Погнали. 3, 2, 1. Оп. Так, танк в центр. Не танк, убегай отсюда. Ладно, понял. Ну, блин. Ну, это... Ну, почти. Мы скипнем. Мы же скипаем всегда. Ну, понятно. Может, сейчас не перебьем. А что, не 8, что ли? В рот, я понять не могу. Так, поехали, Адов. Так, без БЛа, просто ручками. Так, пока еще здесь засираем. Так, Ригер в центр. Ага. Спред. Спред. И остаемся на спреде. Не шевелитесь, пока молния не пройдет. Все, можно ходить. Сейчас кольца будет. Смотрим за кольцом. Нам внутрь надо идти. 3, 2, 1, прыжок. Бля, там... Ага. Ага. Выбейте, выбейте. Короче, вас не телепортирует, вас несет ко мне, да, получается? Да, ловушки убить. Если вы хуманы, вы можете это, как прожать, старые да. Добрые. Ну, так же, как на Зинксе. Надо босса перебить, надо босса перебить. Все, отменилась эта хуйня. Ловушки. Гномовская не тянет. Бурстаните в ловушку. Череп, череп, череп. Череп, пожалуйста, быстрее. Там еще второй тоже моб. Вот этого черепа. Ну. Кайф. Сейчас переходим, где ромбик. Давайте, ранжи, уже идите, уже. Не надо тут тупить стоять. Уходите. На край тоже вставайте, ребят. Кстати, из ловушек надо бопами попробовать подоставать. А вот меня что-то сейчас отпустило. Я не знаю, выбил или выбили или хуй. Ригард. А, ну окей, там стой. Все нормально вроде. Спред, стоим. Что-то БЛ мы не дали, надо бы дать. Не, мы даже на мобах тогда. Да, ну, на мобах. Сейчас за кольцами смотрим. Напоминаю, тут двойные прыжки будут. От центра. Идем на край. Блин, как можно. Выйти из портала, выйти из него, выйти. Заходим. И спред сразу. Надо рык какой-нибудь дать. Ты умер, и поэтому мы уже... Бэрнись? А. Да, блин, понятно, короче, что... Мобы. Геру? На самом деле, жертвовать танком это вполне нормальная тактика. Просто, чтобы его трахнуло. И никого туда не притянет. Я думаю, что это просто по смерти начнут притягивать уже и все. Типа ты умер, ну... Оп, лостфаза. Не, ну обил, конечно... Ну, 15 секунд еще осталось до ударец. Ну, нормально, наверное. Так, также танк, блядь, ну уже расходитесь, кому ближе. Сразу. Кольца. Активируются кольца, смотрите. Трясайте танк. Я за факаплю чую прям вот. Так, смотрим за кольцами. Оно одно. Наружу. Ходим. ТП. Бля, еще одно опускается. И тоже так же. Это подстава. А почему меня... А танк нас, конечно, сейчас подвел. Не, а почему меня дергает туда-сюда-то? Я не понятно. Вот почему Геру надо было в конце дать, реально. Я не понимаю, в чем прикол, короче, меня дергает, блядь, я ухожу, а меня дергает обратно.